Агент недоступен. Опасная охота за снайперскими винтовками. Вечер добрый, сударь и сударыни, дамы и господа. Сегодня у нас четвертая миссия по счету. Агент недоступен. Снайперки на прицеле. Бельмопан. Белиз. Чарли. До нас дошли разговоры о человеке, который пытается купить новейшие снайперские винтовки на черном рынке в Бельмопане. Анализ СМИ показал, что этот человек, возможно, связан с инженерами, поэтому мы взломали его телефон и получили доступ к календарю. У него назначена встреча с неким Сэмом Лордом, что странно, его нет ни в одной из наших баз данных. Итак, переходим к поиску на нашей карте мира, и следующая точка будет в районе Карибских островов. Сен-Филипп, Барбадос. Брикс. Лорд – псевдоним посредника, живущего на Барбадосе. Он знакомил одних нехороших людей с другими. Знакомил, потому что он мертв. Местная полиция обнаружила еще теплый труп и дом, перевернутый вверх дном. Последнее письмо – на липовый аккаунт, но в нем упоминается встреча, которую он устроил для нашего парня на день традиции гаучо. Переходим к следующей нашей точке в Южной Америке. Буэнос-Айрес, Аргентина. Грим. Похоже, у нашего парня появился почерк. Оперативники собирались вести наблюдение за номером инженера, но приехали туда слишком поздно. Торговец оружием, с которым он должен был встретиться, мертв. Его телефон украден. У нас в распоряжении только осколки стекла с остатками алкоголя. СМА и Брикс клянутся, что это старый добрый писка. Переходим к последней точке поисковой системы, также в Южной Америке, Чимбате, Перу. Брикс. Убитый продавец оружия владел складом в Чимбате. Прошлой ночью он сгорел дотла. На записях с камер видно грузовик, который уехал оттуда перед тем, как начался пожар. Ту же машину заметили в доках, ящики с нее погрузили на корабль, идущий в Нью-Арк. Можно нанести удар сразу, а можно пробраться на борт корабля и отследить то, что в ящиках. Итак, нам предлагают на выбор два варианта ответа. Взять и проследить за $25,000. Правильный ответ – это проследить. В этом случае нам скажет Грим. Молодец, что решил установить датчики, Сэм. Как только винтовки попали в США, мы смогли проследить их до нескольких ячеек инженеров и вывести их из строя. Также нам удалось взять инженера, который возглавлял операцию во время передачи оружия ячейки в Вашингтоне. Я считаю, это большое достижение. Но мы выбираем неправильный вариант ответа – взять. В этом случае нам также отвечает Грим. Разумеется, в ящиках на судне были снайперские винтовки. Но взять инженера, который их перевозил, нам не удалось. И похоже, он сменил тактику, чтобы сбить нас с толку. Теперь на то, чтобы его найти, придется потратить кучу времени и денег. И одному богу известно, чем он будет заниматься в это время. Ну вот и все, дамы и господа, сударь и сударыни. А с вами был Шок-25. Увидимся в следующей пятой миссии по счету. Счастливо оставаться!